Да, скоро придавят, будут трупы. Это факт. Вам не страшно? Мне это очень страшно. У меня еще двое детей. И суды выигрывали, и всякое разное. Все без толку. Последний суд был ремонт крыши. Угу. И что, до сих пор ремонтируют? Ну, уж сколько лет. Хотя... Там вываливается. Судебное это постановление на руках, все, потом...